нанесение номеров на футбольную форму. Спортпринтер. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания «В спорте РУ» совместно с Северной лигой ЛФЛ рада приветствовать вас на заключительном поединке высшего дивизиона А, в котором сегодня сразятся «Легион» и «Голд Шарк». Последний матч сезона во внутреннем чемпионате, впереди еще будут кубковые сражения, но регулярное первенство этим поединком в сильнейшей восьмерке округа завершится. К сожалению, к моменту начала этого поединка уже нет никаких интриг в турнирной таблице. Голд Шарк, вне зависимости от результата сегодняшнего сражения, займет по итогам чемпионата 5-е место. Легион останется 8-м, но тем не менее этот поединок — это реальная возможность завершить чемпионат на так называемой мажорной ноте. Легион имеет отличную возможность одержать таки первую победу во второй части сезона. Голд Шарк имеет шанс не по дополнительным показателям опередить в борьбе за пятую позицию APC. Ну и, безусловно, многое еще будет зависеть от кубковых сражений. На следующей неделе, 12 июня, в День народного единства, команды высшего дивизиона вступают в борьбу за второй по значимости трофей на севере. Голд Шарк сразится с Практиком, а Легион сыграет с дублем Панорамы, но это все немножко другая история, другой турнир и другой ход, поэтому не будем терять времени, давайте обратим наше внимание на замечательный изумрудный газон стадиона на Флотской улице. Главный арбитр встречи Гасан Гасанов уже более чем минуту назад дал свисток, возвещающий о старте этого поединка. Ваш комментатор Никита Лаврентьев. Здесь первый момент у ворот Александра Дементьева. И коли ж так началась игра, давайте именно с состава Легиона я и начну знакомить вас со стартовыми составами играющих команд. Александр Дементьев, номер 35-й, защищает ворота Легиона. Дмитрий Неруков, 33-й, в центре обороны. Кирилл Сумароков, 66-й, слева. Сергей Миронов, 2-й, справа. Дмитрий Ефремов, 8-й, в опорной зоне. Чуть выше расположились Игорь Дармаков, 77-й, и Виталий Обласов, 88-й. Александр Седов, капитан команды, на острие атаки. У него номер 17-й. Голд Шарк в следующем сочетании начинает сегодняшнюю встречу. Виталий Горелов, 1-й, защищает ворота Акул. Дмитрий Кожемякин, 13-й. Алексей Бритовский, 6-й. И Кирилл Болдарев, 14-й. Номера — это линии обороны. Дмитрий Шестаков, 11-й, Егор Васильев, 88-й, и Андрей Фандеев, линии полузащиты расположились, и Иван Ерохин, 8-й номер, единственный нападающий у Голд Шарк сегодня. Нет большого количества замен у Акул, лишь руководитель команды Олег Пронин в случае необходимости готов вступить в игру. У Легиона сразу три возможности усилить игру со скамейки. Помимо запасного голкипера Дениса Коробкова, это Павел Камушкин и Максим Лукьянов. Здесь же и лучший снайпер команды Папин Казарян, но у него повреждение, и сегодня он своей команде помочь не может. Небольшая у нас заминка, связанная с тем, что мяч покинул пределы поля, а запасного снаряда почему-то на позиции резервного рефери не оказалось. Ну вот сейчас, наблюдая за расстановкой одной и другой команды, делаю вывод, что в центре обороны Дмитрий Кожемякин действует, впрочем, это было ожидаемо. Кирилл Болдарев сыграет слева, а Алексей Бритовский справа на ближней к нам, к нашей комментаторской позиции, бровки. По большому счету, еще до начала этого уикенда интрига в борьбе за пятое место была жива. И
Gold Shark вполне мог оказаться в ситуации, когда нужно было бы обязательно обыгрывать Легион. Так, давайте за это атакой посмотрим. Шестаков, пас в штрафную, удар с близкого расстояния, и счет в сегодняшнем матче открыт. Егор Васильев разрядил свою пушку выстрелом с близкого расстояния, совсем ничего. Прошло от начала поединка, пятая минута. Счет матча открыт. Ну и продолжу я свою мысль. Gold Shark мог оказаться в ситуации, когда ему было бы обязательно обыгрывать Легиона, если бы футбольный клуб APC сумел бы разжиться очками в поединке с ЦДК, который сегодня проходил рано утром здесь на Флотской. Но армейцы одержали сухую минимальную победу 1-0. И таким образом... Для Gold Shark турнирная борьба завершилась. Команда Олега Пронина и так по дополнительным показателям располагается выше своих конкурентов. Ну и по большому счету сегодняшний поединок какого-то значения не имел. В первом матче второго этапа чемпионата Gold Shark обыграл APC со счетом 3-1. В ответной встрече электроники взяли реванш, но победили лишь с минимальным перевесом. И таким образом, по дополнительным показателям, а именно по результатам личных встреч, выше оказывались именно акулы. Вообще, турнирная таблица высшего дивизиона на данный момент следующий вид имеет. И по диспозиции команд уже никаких изменений не ожидается. Интер стал чемпионом, но сегодня команда Сергея Филина потерпела первое поражение на втором этапе, уступив Динамо. Сами динамовцы не смогли нивелировать отставание Гефеста по разнице забитых и пропущенных мячей. Античные стали серебряными призерами, и команда Алексея Швындина сегодня обыграла РМА в полуфинальном матче Кубка ЛФЛ на выезде со счетом 3-1, с чем я и поздравляю античных. На четвертом месте расположился ЦДК, у него 24 очка. Это недостаточно для того, чтобы было ввязаться в борьбу за подиум, но достаточно комфортный перевес относительно Gold Shark и APC, которые расположились на пятом и шестом месте. Соответственно, Нева с 7 набранными баллами заняла 7 место, ну и Легион с пока единственным зачетным очком замыкает восьмерку сильнейших в высшем дивизионе. Угловой разыгрывают легионеры, но неудачно выполняет подачу Кирилл Сумароков, точно в руки Виталию Горелову. Тот моментально возвращает мяч в поле, начиная контратаку своей команды, но легионеры уже заняли оборонительную позицию. Здесь серия стыков, и арбитр назначает штрафной в пользу Gold Shark. Сначала там, сколько я понимаю, Дмитрий Нероков показывал, что на нем правила нарушали, но в том единоборстве арбитр расценил, что фола не было. А вот затем уже раздался свисток, и право на штрафной удар зарабатывают акулы. Хорошая позиция. Конечно, не так опасно, как если бы мяч располагался по центру ворота. Но, тем не менее, удар не получается у Ивана Ерохина. Попадает он в стенку, но мяч остается у акул. Быстро они возобновляют игру. Штрафную здесь... Дармаков надежный, Седов здорово играет на подборе. Не хватало капитана команды его партнерам. Заработал Александр длительную себе дисквалификацию в игре за дублирующий состав, когда здесь на Флотской в противостоянии с Гефестом 2 получил удаление. На мой взгляд, не то чтобы надуманное, но арбитр мог бы спокойно обойтись и без красной карточки в том эпизоде, ну а пятиматчевая дисквалификация,
которая стала итогом этого самоудаления, она, безусловно, спутала карты и самому легиону, и его капитану без своего 17-го номера. Легионеры потерпели два сокрушительных поражения от ЦДК и Гефеста с армейцами. По большому счету, итог получился даже и не особо печальным, если сравнивать с последующим фиаско в игре с Гефестом. Но вот эта вот глава в клубной истории Легиона, она в любом случае останется в истории, потому как поражение со счетом 21-0 стало самым крупным для Легиона в высшем дивизионе в его истории. И что интересно, эта победа стала для Гефеста также самой крупной, но понятное дело, что здесь немножко другие эмоции античные испытали. Тем более, что во многом благодаря именно этому результату Гефесту и удалось опередить Динамо в турнирной таблице. Динамосы, повторюсь, сегодня обыграли Интер, уже действующего чемпиона Северной лиги. И не состоясь этого результата, все могло бы сложиться совершенно иным способом для двух этих команд. Впрочем, вчера Нева дала таки бой Гефесту, и по итогам стартовой 30-минутки на табло значились ничейные цифры, устраивающие Динамо 1-1. Но затем глупейшая ошибка Станислава Плохих, который разыграл штрафной из собственной вратарской. Никто из партнеров не видел эту передачу. Завершилась голом Евгения Ширинкова. Затем и Артем Варакин провел третий гол. И в итоге Гефест добился победы, которая фактически гарантировала серебряные медали античным. Ну, действительно, не будем же мы всерьез рассуждать на тему того, что динамовцы могли бы отыграть отставание там в 18 забитых мячей в игре с Интер. Но на ход этого противостояния данные расклады никоим образом не влияют. Легион завершит сезон на рекордном для себя высоком месте. Такой месяц рекордов для легионеров. По большому счету, восьмая позиция – это лучший результат в клубной истории легионеров. Ну а Gold Shark со своим пятым местом тоже может занести себе этот сезон в актив. Ни для кого не секрет, что Gold Shark является правопреемником водного стадиона, и посему все результаты команды остаются в ростере акул, несмотря на то, что мы прекрасно понимаем, что это два абсолютных разных коллектива. Но это было сделано для того, чтобы Gold Shark, зайдя в высший дивизион как новый коллектив, получил право на участие в Еврокубках. Но вот в прошлом году команда Олега Пронина завершила турнир на 9-м месте, которая вкупе с различными пертурбациями в ЛФЛ позволила желто-черным участвовать в Еврокубках. Это, во-первых, такая немножко фиктивная, что ли, победа Гефеста в Лиге Чемпионов. Напомню, что античные уступили в финале, но их соперник снялся с розыгрыша. Так, здесь штрафной. Gold Shark опасный зарабатывает, и эта позиция уже в разы опаснее, чем та, которую мы видели несколькими минутами ранее. Мяч вроде бы взял Иван Ерохин, но отсюда могут пробить и Дмитрий Шестаков, и Андрей Фандеев, и у того и другого фантастическая левая нога. Не раз они забивали уже и по ходу нынешнего сезона. У Шестакова, например, 4 забитых мяча, а Фандеев вообще является лучшим бомбардиром команды на втором этапе. Побивает Фандеев, и вновь мяч в стенку попадает. Показывает арбитру Фандеев, мол, рукой сыграл защитник Легиона, но
Мне с моей позиции было этот контакт точно не разглядеть. Вы можете посмотреть этот эпизод на повторе, но судя по тому, что никто, кроме Фандеева, в итоге не апеллировал к арбитру, скорее всего, мяч попал в какую-то другую область. Посмотрим до конца за этой атакой, потом вернемся к рекордам, к турнирным раскладам. Здесь еще один штрафной зарабатывают акулы, немногим лучше, чем подача углового. Не знаю, почему не продолжили желто-черные свой розыгрыш, мяч у них оставался. Подача и удар через себя, красивый по своему исполнению, но абсолютно не точно. Ну так вот, Гефест получил бонусное место в Лиге Чемпионов как де-факто победитель этого турнира. Азимут снялся с розыгрыша еще до проведения жеребьевки Еврокубков. И в итоге акулы всего на второй год своего существования, во второй раз приняли участие в Еврокубках. Сумели выйти из группы, но далеко по сетке продвинуться желто-черным, к сожалению, не удалось. Ну а здесь второй гол забивает Голдшарк. В целом закономерное преимущество акулы конвертируется во второй забитый мяч. Действительно лучше своего оппонента действуют подопечные Олега Пронина и Кирилл Болдырев на 16-й минуте удваивает преимущество своей команды. Не буду скрывать, готовясь к этому эфиру, были у меня, ну, не то чтобы предчувствия, но определенные предпосылки для того, чтобы поставить, назовем это тотализаторным словом, на «Легион» в этом противостоянии. Заранее было известно, что в этом поединке у «Легиона» не будет определенных проблем с составом. Говорю определенных, потому что по-прежнему состав красно-черных не оптимален, отсутствуют некоторые лидеры команды. Но опять же, в сравнении с играми против ЦДК и Гефестом, сегодняшний состав можно действительно считать хорошим. Но у Голдшарка тоже в последних матчах уйма кадровых сложностей. И несмотря на то, что удавалось акулам сыграть ничью с Интером 5-5, к слову, этот матч стал для Нарадзури золотым. А недели ранее Голдшарк обыграли Неву со счетом 8-5. Вот было у меня ощущение, что у «Легиона» есть шанс в этом поединке зацепиться за очки. Но начало поединка проходит под диктовку акул, и по истечению первой четверти часа игры впереди желто-черные 2-0. Наверное, можно констатировать факт, что по игре, но «Легион» сегодня не выглядит демотивированным, не выглядит обреченным. Уверен, свои шансы легионеры еще найдутся в этом поединке. Жалко, конечно, что Папин Казарян не может помочь своим партнерам, но он с командой, повторюсь, располагается на скамейке запасных рядом с Павлом Камушкиным и Максимом Лукьяновым. Вот Максим Лукьянов не так много матчей провел во второй части чемпионата. Это молодое дарование, но в одном из поединков отличился он после паса Игоря Дермакова, если не ошибаюсь. Здесь Александр Седов зарабатывает аут, просил у арбитра пенальти. Тот показал, что можно продолжить играть. «Легион» в позиционном наступлении. Дермаков принимает мяч, его опекает Иван Ерохин. Седов бить не стал, покатил Обласову. Пытается улучшить себе позицию Виталий Обласов и правильно на самом деле делал, но
защитники сыграли цепко и надежно. Ну и, к слову, у Легиона в одной из пауз-то как раз Максим Лукьянов-то и появился. Он по 23-м номером сегодня играет. А пока в атаке Gold Shark, и как-то слишком бесхитростно Алексей Бритовский пробил поворотом. Получилось прямо по центру, и труда Дементьеву особо не доставил. Подача. Не добирается до мяча Сергей Миронов. Но здесь цепко играет в отборе и взаимно там обнимались соперники. И в итоге упустил за боковую линию мяч Дмитрий Шестаков. Но, учитывая обоюдность нарушения, рефери останавливать игру не стал. Седов прессингует Горелова, тот не ошибается, но передачу немного неудобного Кириллу Болдареву отдает. Легион зажимает своего оппонента, но Горелов как-то слишком просто из этой ситуации выбирается, еще и точной передачей, не вынося мяч абы куда. Здесь фол, и первая желтая карточка в сегодняшнем матче. Получает ее Виталий Обласов на 21-й минуте. Это нарушение правило состоялось. Ну, а Gold Shark получает право на очередной штрафной. Подсказывает Горелов, что Дементьев играет против солнца. И нужно бить в такой ситуации. Сильный выстрел. Но опять же, прямо по центру, и Дементьев надежно кулаками играет. Но кому, как не Горелову, действительно знать о том, какие трудности испытывают голкиперы в разных ситуациях. Поэтому данный подсказ выглядит достаточно своевременным и правильным. Лукьянов принимает мяч в центре, разворачивается. Дармаков через пас выбираются из обороны в атаку легионеры. Хорошая передача. Дармаков разворачивается, смещается в центр. Но здесь без нарушения правил мяч у Дармакова выбивает Алексей Бритовский. Лукьянов цепок в отборе и не пустил Дмитрия Кожемякина вперед. Хорошее впечатление производит, по крайней мере, по этим минутам Максим Лукьянов. Интересно, насколько времени хватит сил у легионеров. Сейчас в Москве очень жарко, и действовать в одном темпе 60 минут, это может стать проблемой для Gold Shark. А следовательно, легиону нужно сейчас, ну уж простите мне такую немножко грубую, наверное, даже фразу, пропустить как можно меньше. И тогда шансы у команды в концовке будут. Если счет так и останется 0-2, или если легионеры еще и до перерыва сумеют один мяч отквитать, то здесь в концовке будет возможность по-настоящему поддавить, устроить финальный штурм. Потому как, повторюсь, у легиона есть определенные возможности для кадровых перестановок. Все-таки Олег Пронин, при всем к нему уважении, это непосредственно руководитель команды. И, думаю, появится он на газоне либо в самой концовке, когда исход встречи уже никаких вопросов вызывать не будет, либо же в случае травмы кого-то из своих подопечных. Ну, и либо там удаление, например. У Легиона и Павел Камушкин, и Максим Лукьянов уже свое игровое время получили. Вот Камушкин в ходе одной из последних пауз на поле появился, заменил он Сергея Миронова и отправился в атаку. Александр Седов чуть пониже расположился, но именно в него сейчас Виталий Обласов непостижимым образом в ходе атаки своей команды попал.
Ерохин оставляет мяч в поле. Нужно выбираться из угла форварду. И с помощью партнера он это делает. Пас пяткой. Немножко пижонство. И не совсем понятно, зачем стоило опять загонять партнера в тот самый угловой флажок, из которого только-только Иван Ерохин выбрался. Но, тем не менее, мяч достаточно быстро себе Голдшарк вернул. Но та ошибка уже в исполнении Голдшарка, и Виталию Абласову не удалось организовать контрвыпад. Но, тем не менее, мяч у легионеров остается. Сумароков идет вперед. Стеночка отыгрывается с Саукьяновым. Но слабая передача от Максима. Фандеев. Сумароков немножко тут подзавелся. Этот футболист действительно не любит проигрывать. И неудивительно, что в первую очередь именно от него сейчас такой немножко грозный подсказ и пошел. Не хочу сказать, что остальные игроки легиона любят проигрывать. Надеюсь, вы меня правильно поняли. Но Кирилл Сумароков долгое время был одним из лучших футболистов команды. Да, безусловно, травма подкосила этого молодого защитника. Долгое время восстанавливался он. Но вот сейчас готов помочь своей команде. Да, там еще была определенная глава в его клубной истории, когда Сумароков отправился в Неву, но затем вернулся в Легион, не получив должного игрового времени. Мритовский ставит корпус, и здесь Сумароков немножко помогал себе руками, по мнению главного арбитра встречи. Сумароков сейчас главное не договориться до ненужных санкций со стороны арбитра. Мритовский идет в центр. Смена фланга. Наступление. Шестаков по замыслу здорово, по исполнению не очень. Вот о чем я вам и говорил. Солнечное пекло, оно все-таки дает о себе знать. И по истечению 25 минут ошибок со стороны обеих команд поприбавилось. Но, повторю ту мысль, о которой уже заикался, у Легиона есть возможность ротировать состав. Голдшарку необходимо свои силы распределять равномерно. Камушкин принимает мяч после скидки от соперника. Сумароков обратно на Камушкина. Нужно уже, наверное, выполнять передачу штрафную, но Камушкин сыграл понадежнее через Сумарокова. Никто не атакует Кирилла. Абласов, да, ему идет передача, он штрафной, пас на дальнюю, Седов, и забивает Александр Седов, 2-1. Сказал я о том, что закономерное увеличение преимущества со стороны Голдшарк, когда Кирилл Болдарев забил свой мяч, и вот этот вот гол Александра Седова, это тоже закономерное сокращение отрыва. Голдшарк немножко подсела, возможно, сил поубавилось в концовке тайма, и гол в раздевалку, так называемый, сейчас для команды как нельзя кстати. Ну и в этой атаке все было действительно сыграно здорово со стороны легионеров, и Павел Камушкин сыграл как надо, и, естественно, Кирилл Сумароков, который, уверен, видел Виталия Абласова и раньше в штрафной, но до верного дотянул момент, натянул на себя, что называется, защитника, и только затем отдал ту самую передачу, от которой Абласов уже отказаться не мог. Ну а сейчас еще Легион воодушевленный, идет вперед. Еще перед перерывом, если удастся сравнять, так это вообще великолепно для команды Александра Седова будет. Но нужно не забывать и про оборону. Контратаки также могут получиться очень опасными. Но для того, чтобы забивать, нужно выполнять точную передачу. Андрей Фандеев сейчас сфальшивил. Недопонимание между ним и Иваном Ерохиным случилось. Абласов начинает новую атаку своей команды. Не спешит обострять игру. Неруков. Сумароков. Седов. Неудобно принял мяч, поэтому пришлось сделать дополнительные касания. Чуть были его
Чуть было его, извиняюсь за жаргонизм, не скушали. Но выбрался из этой ситуации капитан. Власов, Седов, Сумароков. Нужно открыться под передачу Сумарокову, Лукьянов. И угловой зарабатывает Максим Лукьянов. Кирилл Болдырев не стал играть с огнем и выбил мяч за пределы поля. Последняя минута первого тайма начинает свой отсчет. Легион в атаке, Легион уступает в один мяч. И Александр Седов подает угловой. Совсем безадресный пас получился. Все игроки, находящиеся в чужой штрафной, сделали рывок на ближнюю штангу. На дальней никого не оказалось. А здесь Дармаков отработал в обороне и не позволил Егору Васильеву расстреливать во второй раз Александра Дементьева. И в итоге только корнер. Не рискнул Васильев пробивать с нерабочей правой ноги. Попытался улучшить себе позицию. В итоге момент упустил. Как упускает Голдшарк и этот угловой. Не думаю, что еще атаку успеет провести Легион. 5 секунд остается до завершения основного времени первого тайма. Или же нет, все-таки посмотрел, чем завершится этот вынос Гасан Гасанов. И лишь после этого дал свисток, возвещающий об окончании первого тайма этого противостояния. Что ж, дорогие друзья, отдыхаем минутку-другую, а затем возвращаемся на Флотскую, чтобы наблюдать за заключительным поединком чемпионата в высшем дивизионе А. Нанесение номеров, фамилий и клубной символики. Спортпринт М. Завершился перерыв в матче Легиона с Голдшарк. Заключительный поединок в высшем дивизионе А сезона 17-18. После стартовых 30 минут игры впереди подопечная Олега Пронина. 2-1. Акулы здорово начали встречу. Егор Васильев открыл счет уже на 5-й минуте. Затем в середине первого тайма Голдшарк удвоил преимущество, но под занавес первой половины Александр Седов один мяч отыграл. И учитывая тот факт, что у Акул нет возможности освежить игру заменами, этот мяч достаточно много поменял в раскладе сил на поле. Да, сейчас Голдшарк отдохнул, немножко перевел дух и вновь начинает тайм с территориальным преимуществом. Но уверен, чем ближе будет конец встречи, тем сильнее, что ли, будет навал легионеров на ворота соперника. Не было здесь никакой игры рукой, даже касания руки, по-моему, не было. Прямо под комментаторской позицией эта ситуация случилась. Не знаю, зачем игроки Голдшарк апеллировали к арбитру. Тем не менее, свою атаку все равно чуть не провели желто-черные. Здесь Кирилл Сумароков, обыгрывая соперника, заработал штрафной. Хороший диагональный перевод на Сергея Миронова. Он здесь совершенно один и затянул с принятием решения. Позволил и сопернику вернуться в оборону и мяч у себя отобрать. Но здесь в отборе уже здорово действуют легионеры. А пас Игоря Дармакова в штрафную на Александра Седова не проходит. Слишком уж он читался. Сумароков. И фол. Сначала руками себе помогал Андрей Фандеев. Подкат уже затем был чистый. Да, это я согласен. Но с темпа своего оппонента Фандеев сбил нелегитимно, что ли. Сумароков. Включается в центр. Играет вперед. И удар. Блокируется выстрел. Но с мячом остается Легион. Сумароков. Центр. Абласов. Снова Сумароков. Левый защитник оказался на правом фланге обороны.
не рукав. Прочитал отскок и сумел из сложной ситуации выбраться. Ну, наверное, не столько сложной, сколько неприятной и опасной самой по себе. Легион контролирует мяч на своей половине. Недолгое время начало тайма оставалось при территориальном преимуществе Gold Shark. Пас в штрафную. Нет, здесь Ефремов не успеет к этой передаче. Понятное дело, что Gold Shark будет экономить силы и идти в высокий прессинг на чужой половине поля в такой ситуации, наверное, не самая лучшая идея. Здесь Виталий Горелов немножко себе модернизировал свою вратарскую экипировку, надев стильную кепочку. Но действительно, в первом тайме, помним мы, подсказывал он своим партнерам, что бейте побольше по воротам, там голкиперу соперников солнце мешает. Вот сейчас все это ему предстоит испытать на своей шкуре. Шестаков. Играет центр. Бритовский оставляет мяч Кожемякину. Навес. И Дементьев выходит из ворот. Возможно, внешне несколько несуразно отразил этот мяч, но ситуацию разрядил. И за это ему плюсик, безусловно, можно поставить. К слову, Александр Дементьев — единственный футболист в составе «Легиона», который принял участие во всех поединках второй части чемпионата. Для него это 14-й матч, и больше игроков, которые подобной статистикой в «Легионе» похвастать не могут. Угол Чарк, Алексей Бритовский, также является своеобразным гвардейцем. Еще и Иван Симаков мог бы сыграть во всех поединках после возобновления турнира, но его сегодня нет. В атаке «Легион», Дармаков, немножко слабая передача. Дважды не самым лучшим образом сыграл Игорь Дармаков возможности контратаки. Сначала чуть было мяч не потерял, а затем вот эту вот передачу отдал слабенькую. Здесь досталось в предыдущем эпизоде Алексею Бритовскому. Ну, наверное, все-таки пенальти в такой ситуации просить — это не для уровня высшего дивизиона, что ли. Пошла игра от ножа. Опять же, с некоторой поправкой на погодные условия. Команды не стесняются ходить вперед на ворота друг друга. «Легиону», понятное дело, нужно отыгрываться. Ну, а Gold Shark, владея мячом, старается быстро разжиматься в атаку. Седов играет назад. Миронов в центр. Абласов один. И неточная передача. Еще и перехват получился классным. Gold Shark летит в контрнаступление. Бежит туда в численном большинстве. Фандеев в штрафную. Все, «Легион» уже вернулся в собственную штрафную. Занял оборонительную позицию. Тем не менее, Бритовский принимает мяч на поступах Коней. Ефремов здорово в отборе действует. И уже есть возможность у «Легиона» убежать в свое наступление. Седов ставит корпус и затем зарабатывает штрафной. Досталось от оппонента Александру Седову. Быстро разыгрывает мяч баллисты в красном. Там Сумароков заправил рейд по бровке, но его проигнорировали партнеры. Сразу не увидели, а затем уже было сложно туда передачу с игры отдавать. Сумароков. К слову, Кирилл Сумароков стал единственным легионером, который по итогам КФЛ в один из игровых дней удостоился попадания в символическую сборную. При том, что «Легион» не добился ни одной победы. Достижение для футболиста говорит само за себя. Вы сами можете представить, насколько хорошо сыграл Кирилл Сумароков, что даже после вылета команды, по факту,
он удостоился места в числе 8 лучших футболистов суток. В атаке Голдшарк уходит в край Кирилл Болдырев и упускает мяч за лицевую линию. И замены. Замены у Легиона. Игорь Дермаков отправляется отдыхать. Возвращается на газон Максим Лукьянов. На мой скромный взгляд, ни в коем случае не претендую на истину, Лукьянов сыграл свои временные отрезки поинтереснее, чем Игорь Дермаков. Впрочем, Дермаков много играл в Легионе именно на позиции защитника. А сегодня футболистов этого амплуа у Легиона как раз-таки с избытком. А защитников, как мы прекрасно знаем, не очень любят менять наставники, разрушать таким образом защитные построения. Поэтому, возможно, Дермаков сегодня действует в опорной зоне. Или даже чуть повыше, на позиции инсайда, потому что в определенных разных ситуациях опорника играли и Виталий Абласов, и Дмитрий Ефремов. Но не Александр Седов, которого мы привыкли на этой позиции видеть. Седов сегодня отвечает за креатив в составе красно-серых. А здесь фол. Зарабатывает Голдшарк. Сергей Миронов показывает, что там мяч покинул пределы поля. Мне показалось, что нет. Но сложный момент на тоненького, что называется. Нужно смотреть повтор. А вот если сейчас Голдшарк забьет, вот это будет, конечно, сюжетик. Если потом под микроскопом еще и разглядеть, что мяч должен был достаться Легиону. Ну нет, такого не будет. Алексей Бритовский пробил над стенкой и выше перекладины. Легиона очередная замена. Ровно такая же, как и в первом тайме. Вместо Сергея Миронова Павел Камушкин выходит на газон. Но на этот раз будет действовать не впереди, а справа в обороне. Дементьев далеко вперед выбивает мяч. Голдшарк выигрывает верховое единоборство. Васильев направо. Литовский в очередное наступление отправился вперед. Шестаков на ударной позиции бьет с левой. Мне показалось, что было гол, но, безусловно, арбитр не может с такой позиции принять решение, а если не уверен, не свести. И здесь я полностью поддерживаю рефери, не зафиксировавшего взятие ворот. Но, опять же, в динамике показалось, что это красавец гол, и однозначно он будет претендовать на попадание в хит-парад передачи на бровке. Ну, а у вас, дорогие друзья, если хотите, есть возможность на ютубе отмотать трансляцию, попробовать поймать стоп-кадр и увидеть, куда же именно отскочил мяч. Ерохин отыгрывается назад. Шестаков. Вот Шестакову нельзя давать бить с подобных ситуаций. У него удар действительно великолепный. Вот только что могли его пушкой насладиться. Вот если в предыдущем моменте он попал в перекладину, то вот такие он может решить, если бы оказался на противоположном фланге и пробивал бы с левой ноги, а не справа, как сейчас. Лукьянов возглавляет контратаку своей команды. А здесь в подкате великолепен Кирилл Болдырев. Мяч отобрал и сохранил его для своей команды. И теперь ответ может у Голдшарк возникнуть. Но не контратака, уже подготавливают свое наступление желто-черные. Болдырев. Передача штрафную, диагональ на Алексея Бритовского, который, несмотря на свою позицию крайнего защитника, уже буквально прописался в чужой штрафной в ходе наступления своей команды. Получилось совсем безадресно, совсем не точно. Дементьев неудачно вводит мяч в игру. Хорошо еще, что не удалось Егору Васильеву обработать эту передачу, но там действительно шансов было немного. Мощный выстрел, а вот только мяч не удалось поднять Дементьеву.
Ерохин. Слабый пас, и в подкате выгрызает мяч Дмитрий Ефремов. Вот это что называется... разница между двумя эпизодами. Кирилл Болдырев отобрал мяч и сохранил его для своей команды. Дмитрий Ефремов только остановил наступление соперника. Да? Кто-то скажет, что и этого, что называется, немало. Но, понятное дело, «Легиону» хотелось бы мяч пораньше получить. А в итоге пришлось выбираться из собственной штрафной, со своей половины поля. И это привело к потере и удару Ивана Ерохина из предела штрафной, но вновь выше ворот. Идет время, постепенно остается все меньше и меньше минуты у «Легиона», чтобы сравнять счет. А вот уже Игорь Дармаков возвращается на газон, поменяв Дмитрия Ефремова. Еще достаточно, будем честны, времени для того, чтобы и спасти эту игру, и, возможно, даже побороться за нечто большее. Но надо ставить цели поэтапно. Надо сначала отыгрываться. Дармаков идет вперед, убирает под правую, бьет, и в штангу попадает Игорь Дармаков. И вновь очередной подсказ, что на той половине поля, где сейчас располагается Виталий Горелов, вообще абсолютно ничего не видно, и нужно больше бить по воротам Голдшарк. Вот сейчас на прочность проверил Игорь Дармаков стойку ворот Виталия Горелова. Неудачная передача от Виталия Абласова. Немного срезался мяч с ноги, это было видно, потому как вытягивал стопу хавбек. И в итоге он ушел в аут. Болдырев прессингует его Александр Седов, но надежно и хладнокровно действует Кирилл Болдырев. А вот это уже высокий прессинг в исполнении легионеров. Того, чего не дождешься от Голдшарка по ходу сегодняшнего матча, безусловно. И на это есть определенные предпосылки, но все это чревато вот такими быстрыми выходами из обороны в атаку. Прострел, удар! И здесь в подкате Кирилл Сумароков блокирует этот выстрел. Седов, и может быть выход один на один? Нет, здесь Горелов подстраховал ситуацию. И еще момент уже на другой половине поля. Вот это вот сейчас мог голевую передачу Виталий Горелов выполнить, а прикиньте, если бы еще и чуть подальше отскок бы случился, и гол бы забил голкипер Голдшарк, вот это был бы номер. Но в итоге вот эти вот безбашенные секунд 30 не завершились ни одним взятием ворот. Ерохин. Зарабатывает для своей команды угловой. И Дмитрий Неруков с Сергеем Мироновым немножко здесь повздорили. Непривычно такую ситуацию, честно признаюсь, видеть. Дмитрий Неруков на правах центрального дефенсора высказал претензии партнеру, считая, что тот слишком много ходит вперед и бросает его один в один с Ерохиным. Ну, эпизод, что называется, заигран. А здесь Виталий Абласов мяч теряет. Шестаков финтит и стреляет в штрафную. Но Миронов свою агрессию вымещает вот в этот вот отбор. Болдырев в центр. Бритовский. Удар! И 3-1. Алексей Бритовский забивает ударом с дальней дистанции. И вновь на табло восстанавливается разница в 2 забитых мяча.
Не оправдался мой прогноз по поводу того, что чем ближе будет конец матча, тем меньше сил останется у Gold Shark, что атаковать будет больше уже Легион. Нет, все так же на встречных курсах продолжается выяснение отношений, и Игорь Драмаков в своем моменте пробил штангу, ну а Алексей Бритовский в своем моменте пробил в незащищенный Игорем Драмаковым угол. 3-1. Gold Shark идет еще вперед. Убирает мяч под левую ногу Андрей Фандеев. Но с этим выстрелом Дементьев справляется. А здесь уже Неруков пошел вперед и неточную передачу отдает. Нужно возвращаться назад Дмитрию Нерукову. Позиция последнего защитника оставлена. Ерохин также бьет с дальней дистанции. Также чуть неточно. Раскрылась игра. Gold Shark не собирается, я так понимаю, охранять нужный ему результат. Будет стремиться в заключительную 10-минутку увеличить разрыв. И это, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, плохая, естественно, новость для Легиона. Как посмотреть уже. Зон будет на чужой половине у Легиона побольше. Но шанс контратаки... Хороший такой, с численным перевесом, возрастает в разы. Очередной фол на себе зарабатывает Александр Седов. Разыгрывает этот стандарт вновь Виталий Обласов. Сумароков очередной сольный прорыв совершает. Миронов, навес, или это удар был поворотом, непонятно. Но в любом случае ни то, ни другое не получилось. И у Легиона остается 10 минут для того, чтобы отыграть уже отставание в 2 мяча. Горелов далеко выносит мяч вперед. Ерохин украшает сложный вынос в борьбе с Мироновым. Но в итоге передача получилась неточной назад и в атаке Легион. Но оборонительная позиция занята, а здесь еще и Дмитрий Неруков буквально дарит мяч своему сопернику. Удар с центра поля. Ну, это уже совсем какое-то неуважение по отношению к Александру Дементьеву. Не думал же всерьез Андрей Фандеев, что сумеет забить с такой дистанции. Болдырев играет назад. Шестаков, Бритовский, Шестаков. Кожемякин, Болдырев и снова Шестаков. Играют своеобразный квадрат на своей половине поля. Акула в итоге зарабатывает штрафной, быстро его разыгрывают и продолжают владение мячом. Андеев уходит в бровку. Подача. Здесь никого, кроме Дмитрия Ефремова, не оказалось. И тот отдает передачу на Виталия Обласова. Обласов в центр. Миронов. Снова Обласов. И вновь забетонированную стену, желто-черную стену упираются легионеры. Приходится вновь разворачивать наступление назад до Дмитрия Нерукова. Но сейчас дальний удар последует. Нет, передача и вновь неточная. Ну и как раз говорит своим партнерам Дмитрий Неруков. Ну а что мне делать? С центра бить, что ли? Ну, возможно, стоило попробовать и пробить. Тем более, это был не центр поля, а значительно поближе. Ну и плюс неточный выстрел, как минимум, контратаку на свои ворота не навлечет. Васильев разворачивает владение на левый фланг, ну, затем потеря. Вновь под занавес тайма увеличилось количество ошибок со стороны Gold Shark.
Но, как и в первой половине, преимущество Акул составляет 2 мяча. Оригинальный розыгрыш в исполнении Сумарокова. Обыгрался из аута со спиной партнера и таким образом завладел снарядом. Ефремов. Удар совершенно не опасно для владения Виталия Горелова. Ну и как бы не хотелось мне констатировать этот факт, наверное, все-таки в этом противостоянии все ясно. Безусловно, со мной легионеры не согласятся, я имею в виду и самих футболистов, и тех, кто поддерживает сегодня команду Александра Седова, но все-таки не видно, за счет чего сумеют красно-серые отыграть 2 мяча отставания за оставшиеся 6 минут. Мароков играет налево, точно. А здесь Дмитрий Шестаков не пустил в атаку Дмитрия Нерукова. Вновь приходится выбираться со своей половины поля легионерам. Миронов направо. Ну а Ефремов совсем не ждал этой передачи. В итоге пришлось ускоряться. Ну а Селенок-то уже не столько же, сколько и в начале матча. Поэтому снаряд ушел в аут. Бритовский получает передачу от Кожемякина. Возвращает мяч своему партнеру Алексей Бритовский. Ну, а это желтая карточка. Отказался пускать в свою штрафную Виталий Абласов оппонента, но, учитывая, что у него уже было предупреждение, не стал Гасан Гасанов предъявлять второй горчичник этому футболисту и удалять его с поля. Наверное, этого и не требовала ситуация. Ну, а здесь четвертый мяч, тем не менее, случается. Андрей Фандеев его забивает. Не без помощи рикошета от Дмитрия Нерукова. Ну и на заключительную пятиминутку место в воротах легиона занимает запасной голкипер команды Денис Коробков. Неудачное завершение сезона для Александра Дементьева. Как, наверное, и для всего легиона. Всего один набранный балл за 14 проведенных встреч во второй части чемпионата. Ну и если мы с вами вспомним первую половину сезона, когда команды сыграли каждый с каждым в один круг, то, наверное, на больше рассчитывать легионерам было сложно. Понятное дело, что в одном конкретном матче легион может обыграть и Голдшарк сегодняшний, и Неву, и даже ЦДК, о чем свидетельствовали определенные исторические события. Так что номинально легион мог бы заработать за 14 матчей поболее очков. Но ведь если мы вернемся опять-таки к первой половине чемпионата, то увидим, что со всеми командами из топ-8 легион сыграл не очень здорово и добился-таки опять всего одного положительного результата, обыграв как раз-таки Голдшарк в матче первого круга. 4-1 тогда был зафиксирован счет. Хитрик Попина Казаряна, гол Виталия Абласова и один ответный мяч от Максима Бурова. Но в первом круге уже второго этапа Голдшарк взял более чем убедительный реванш со счетом 5-1. Я прекрасно помню эту встречу, она совсем недавно состоялась. Началось все с гола Дениса Бычкова. Немножко курьезного, благодаря действиям голкипера Голдшарка Моликова. Но затем 5 мячей оказалось в сетке ворот Александра Дементьева.
два из которых забил Иван Ерохин, а также отличались еще Роман Трофимкин, Иван Симаков и Андрей Фандеев. И в итоге, и во второй раз Gold Shark уверенную победу, более того, пока она по счету получается даже крупной, одерживает. Gold Shark набирает 18 очков во второй части чемпионата, завершает турнир на рекордном для себя пятом месте. Ну и следующий сезон вновь, если ничего экстраординарного не случится, проведет в Еврокубках. У Gold Shark, между тем, на концовку в нападении появился Олег Пронин. Сейчас уверен, партнеры будут играть на своего руководителя, выводя его на ударные позиции. Если, конечно, удастся им мячом завладеть. Атласов уходит от Пекуна. Второй его накрывает и отбирает мяч у Виталия Абласова. Заключительная минута встречи началась. Не думаю я, что рефери хоть сколь-нибудь времени командам компенсируют. Абсолютно никакой нужды в этом нет. Это Коробков с мячом встретился. Отдал передачу на Ефремова. Сыграл правее, но это очень опасно. Что называется, в больницу отправил он Виталия Абласова. Тот рисковать своим здоровьем не стал, но тем не менее мяч сохранил. И вот последняя, возможно, атака сегодня. Седов бьет на протыке. Удар не получился. Болдарев. Нарушение правил. Ефремов не успел к мячу и сфалил на Егоре Васильеве. И этот стандарт, уверен я, будет заключительным в сегодняшнем матче. Разыгрывают его акулы. Пронин пьет с центра поля. Символично, что ли? И на этой ноте главный арбитр встречи дает свисток, возвещающий о том, что заключительный поединок в высшем дивизионе А сезона 17-18 завершился крупной победой Gold Shark со счетом 4-1. Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдал Никита Лаврентьев. Встретимся, дорогие друзья, на полях Северной Лиги. И до свидания. Нанесение надписей на форму. Спортпринт.